Мы на месте. Мы приветствуем Саниту, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она говорит доверие, показывает руки, у нее в запястьях связаны они и идут к голограмме. Хорошо, сканер. Просканирую сейчас саниту, отключи эту голограмму, разрешите веревки, которые к рукам привязаны. Все также выведите сопутствующие к этой голограмме чипы, датчики, импланты и конвекторы. И как все это выйдет, сила моего намерения я отправляю в клетку тюрьму. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Так лучше санита? Да, она тяжелая была очень. Понятно. Сейчас разберемся, кто это. Даю команду. Значит, весь сканирует пространство над головой саниты под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканирует все тонких тел саниты. Находит все. Рептилоид, два крея, синий дракон, инсектоид и без. Инсектоид и без. Какой у нас без? Посмотри. Девять. Девять герц. Хорошо. Какой у нас синий дракон? 18-11. Хорошо. Какие у нас грей органические, неорганические? Один органический, один робот. Mm -hmm. И один робот. Хорошо. И какие цифры у рептилоида над головой? 142. Лаборант или военный? Кто-то рептилоид. Военный. Военный. И что делает рептилоид военный с двумя греями, один из которых робот в этом биополе? Подчиняет душу. Подчиняешь душу. А у тебя есть контракт на это подчинение души? Нет, не будет. Не будет. Но вполне возможно, что ты сейчас сегодня никаких контрактов больше заключить не сможешь. Вместе с этими греями. Я имею в виду органического. Сколько находился ты в биополе в этом? Три года. Какая цель подключки? Сперва было наблюдение за душой. Душа подходит. Подчинение. И душа подходит подчинение. Это в каком плане? Это как мне это понять? Нам подходит душа, поэтому цель подключения и подчинения а через сейчас... голограмму. Сканер просканирую полноту души Саниты на настоящий момент. 96. 96 процентов. Я исхожу из того, что в голограмме 4%, но будем разбираться. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать всем вопросы, вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать, на то будет оказано массивное воздействие на его чистоте. Да и команду тонкой копии саниты. Спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэбрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. Также выстраивая канал к голограмме рептилоидов в игре, даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной негативной патогенной низкоэбрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к саните. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, пока идет реверс. Сколько бес находился в этом биополе? Шесть месяцев. Шесть месяцев. Ты присутствуешь в ее доме? Присутствует. Он показывает портал под лестницей. Хорошо. Кто еще присутствует в доме Саниты? Есть палата у Грея. Дракон. О, и дракон тоже. Смотри, какая веселая команда. Хорошо, мы сегодня и дом будем чистить. Поэтому с вами тремя, четырьмя. Нет, за рептилоиды Грея я не уверен. Будем разбираться. Но с синим драконом и бесом я сегодня еще встречусь. Ждем окончания реверса. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Санита забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Санита себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе по праву. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? Год и три месяца. Год и три месяца. Сколько у тебя инкубаторов стоит? Один. Понятно. Сколько синий дракон находился в этом биополе? Четыре года. Какая причина твоей подключки? Интерес, развитие души, наблюдение. Обучение? Или ты воровал у нее энергии, влиял на ее жизнь? Здесь Обучение энергиями подпитывался. Хорошо. Рептилоиды игры, я знаю. Хорошо. Ждем. Реверс закончился. Сканер просканировал полноту души на настоящий момент. Сто процентов. Значит, там было 4%. Хорошо. Начинаем с вытаскивания того, что вы оставили в этом биополе. Начинаем тогда с инсектоида. Инсектоид, выходи. Вытаскивай свой инкубатор. Конструкцию полностью. Крепление вытаскивай. Всю свою жидкость. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Докладывай готовности к проверке. Готово. Хорошо. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы. Отключайся полностью, возвращайся назад. У меня вопрос ко всем, кто влиял на качество сна Саниты. Она очень плохо стала себя чувствовать. Кто в этом виноват? Это конструкция игры, соединенная с платами. Это, это же конструкция... Де... Понял. Эта конструкция делала тоже голову Саниты набитой, как воздушный шарик, как ватой. Человек чувствовал себя как овощ? Да, потому что они перекачивали ее в голограмму, потихоньку отщепляя. Какая функция этого робота, который находился в этом биополе? Автоматический контроль 24 часа. Контролер. Понятно. Хорошо. Под этим роботом открывается воронка в галактическое ядро, и он уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Вот это контроль. Вот так это делается. Дракон все снял. Хорошо. Что-нибудь еще осталось на чистоте одного Грея и рептилоида? Нет. И без у нас остался. Без. Скажи мне, где находятся лярвы биополисаниты? Есть они? Не живота. Низ живота. От, от кого там внизу живота у нее возникли эти лярвы? Не, не живота и спина. Да. Они как-то связаны между собой. Что Инсектоид. это воздействие? Инсектоида работа. Инсектоид, ты знаешь, ты причинил ей большой ущерб в связи с ее здоровьем. Он подключал свой круглый, показывает он. Ты знаешь, ты стал причиной развития рака. Нет, нет, он инсектоид, он не рак. Ты не рак. Есть такая болезнь, рак. Твое воздействие на ее биополе вызвало у нее рак по женской линии. Он все исправил, когда достал свой инкубатор круглый. Вот я не знаю, все ли ты исправил или нет, инсектоид. Потому что это очень серьезная болезнь, и, в принципе, она имеет право тебя уничтожить, сбросить тебя в галактическое ядро за такое массивное воздействие на ее здоровье. Если она подтвердит свое намерение, ты уйдешь в галактическое ядро сегодня. Бес, выходи, отключайся. Что у тебя еще осталось в ее биополе? Не волк, к капочки. Снимай их, отключайся. На месте что ты все снял. Все снял. Лярвы хочешь? Хочет. Забирай лярвы, возвращайся в клетку. Ничего не забывай. Готово. Хорошо, все все сняли. Даю команду на рассинхронизацию саниты с рептилоидом, греем, синим драконом, конструкцией рептилоида и голограммой, инсектоидом и бесом. Один, два, три. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Хорошо. Включаем внутренний белый свет саните. Этим светом она выдавливает из себя все негативные патогенные остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, эти энергии выходят и формируются перед санитой в шар. Небольшая шар. Под шаром, открываю воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая печатая аэростарей. Готово. Передаю команду на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, подхожу к саните, помогая моей энергии отсигнуть ей все каналы к интерферентам и их подключкам. Один, два, три, удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. закрывая печатаю растворяй. Готово. Хорошо. без. ты один в, квартире, в доме или там еще есть кто-то внутри? На земельном Я участке. понял вопрос. Черт есть в квартире, в доме? Разные есть. Не понял. В разные? Черт есть, чины есть. Там разные есть. Понятно, хорошо. Я почему спрашиваю, я буду собирать негатив в доме. Если ты один там в доме находишься, я тебе отдам этот негатив. Давай. Хорошо. Все, хорошо. Значит, тогда сейчас открывается два канала в квартиру Саниты. Один, два, три. В один канал уходит синий дракон забирает все, что принес, за это время собирает все, что он там оставил, дожидается нас, и бес уходит в, эту кварти... в этот дом, собирает сначала все, что он там оставил, я приду, проверю, покажешь мне портал, и после этого я соберу тебе негатив. Хорошо, закрывай, печатай, растворяй оба портала. Портала. Да. Хорошо, инсектует. Я не знаю, как с тобой поступать. Уж больно ты нанес вреда. Что ты там исправил, ты сказал? Потому что соединен был этот круг. Да. С определенными местами. Да. Орг... Органами как защемлен. У... Вот, понятно. Значит, он снял это то, что защемляло сейчас орган, да? Да. Хорошо, инсектоид. Считаешь, тебе повезло первый раз? Не рекомендую больше приходить. Ты меня услышал? Услышал. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Один, два, три. Инсектоид забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, без инсектоид, синий дракон. Ушли, я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, посмотри, пожалуйста, у меня здесь рептилоид военный, 142 и один Грей. Был еще один робот. Он из своей вредности не дожил до конца этого сеанса. Они три года воздействовали на нее, отщепляли частички души. Мы вернули 4% души. Три года, как я сказал, они сидели. Цель была порабощение души. Ух, так вот мне сказал военный. Забираем. хорошо. Благодарю тебя. Я тогда сам уберу, что они оставили в доме. Готово. Отлично. Клетка пустая вера. А, у нас должна касаться. голограмма. Под, ней, под голограммой открываю воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Санита, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Я великолепно себя чувствую, я вернула себе свою душу, Так и есть. тяжесть ушла. Теперь осталось, следующий этап, это понять, что свои энергии нужно защищать, каждый день сбрасывать негатив, как мы выдавливали шар из вас, с этими энергиями, точно так это делается, открывается воронка, сбрасывается этот шар, весь процесс нужно визуализировать. Это делается вечером или при возникновении какого-то негативного, негативных эмоций, какого-то раздражения. Это все элементарно из себя выдавливается. Открывается воронка в галактическое ядро, вы туда сбрасываете этот шар. Кроме того, вам нужно будет каждое утро заполняться энергиями. 350% я вам назвал и 25 Гц. Поднимать все вибрации и ощущать, как ваши чакры снизу наверх заполняются именно этими черт... цветами. Красный, оранжевый, желтый, зеленый светло-голубой, темно-голубой и фиолетовый. Вот когда вы прочувствовали, тогда вы поднимаете вибрации до 25 Гц, опять ощущаете, как это все становится интенсивнее, и после этого синхронизируете, гармонизируете. Все. Тогда вы будете всегда чистая и защищенная. Не забывайте активировать также Меркабу регулярно. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию санита в ее систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта.